Итак, друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам о приложении, которое позволяет вам учить английский язык по популярным фильмам, роликам и так далее, и тому подобное. Значит, называется приложение Cake, английский язык. Значит, здесь у нас внизу 4,8 оценка, очень хорошая. И 50 миллионов скачиваний, друзья, 50 миллионов. Учите английский абсолютно бесплатно. Новые фразы, выражения появляются каждый день. Изучайте то, что вам действительно пригодится в жизни. Писать что-то, любое слово или фразу можно повторить несколько раз. Ну и говорите, и записывать свою речь, чтобы оценить правильность произношения. Ну окей, давайте запустим, посмотрим. Так, что-то тут за 21 день непонятно. Но это, я так понимаю, реклама, да? Ну окей. Начать сейчас. Закрываем в правом верхнем углу. Ну и, друзья, сегодня и у нас вот сразу же ролик с популярным актером. И смотрите, значит, перелистните влево или вправо, чтобы увидеть другие субтитры. Ну и вот, ролик начался, он на английском языке. И... I remember Tom and I not being able to hold... Видите, внизу текст, который говорит актер. I remember Tom and not being able to hold. Я... И сразу же ниже перевод. Можете, кстати, добавить, если вам понравилось. Значит, вот. Я помню, как мы с Томом не могли... Hold, stop we couldn't stop laughing when we first shake hands in the first scene where our characters meet. And he was just like constantly, every time I would come in and be like, hey, how are you? I'm Quentin. He would just start laughing. He couldn't stop. And so we both, it was 40 takes. We couldn't get it. In the movie, Sean Watts uses a millisecond of the shot because he couldn't get anything usable. This sweater is destroyed. Друзья, значит, вот в таком режиме все происходит. И this sweater is destroyed. It's done. This sweater is destroyed. It's done. Or it's the new rage. Or it's the new rage. Or... В конце интересные слова, интересные, точнее, сочетание слов. It's a new rage. Или он станет новым модным трендом. Значит, и можно отключить, вот drill, если нажмете, можно изменить скорость, чтобы быстрее было, либо наоборот медленнее, точнее, тут именно медленнее только. Or it's the new rage. Happy... То есть, когда медленно актер говорит, то действительно лучше их слышно. Друзья, ну и все в таком духе, опять же. So last year, wait, I gotta pull this photo out. Hey, this photo went viral in Korea. Hey, this photo... Потом в дальнейшем повторение то, о чем говорят люди. Значит, встречайте, значит, Джейк, ваш личный ИИ-учитель. Ну, давайте зайдем через Google аккаунт. Так, разрешаем. Так. Награда за посещение. Ну, и смотрите. Выполняйте задание с личным тренером Кейк, Джейк. Выбор цели обучения, настройка сферы. Ну, давайте начнем сразу же миссию. И listening 1, описание миссии 3. На протяжении 5 дней смотреть 4 видео в день. Это первое задание. И speaking 1, описание миссии 3. На протяжении 5 дней получать оценку произношения B и выше за 4 выражения в день. Ну что ж, хорошо. Так, миссия. Ну и вот мы сразу же приступаем к миссии. Так, поздравляем вашу первую миссию. Хорошо, изучайте рекомендованное выражение с помощью так настроенных, и сразу же, друзья, вот нас сразу же нам предлагают. I am not singing this. What's not to like? You're a female and you're a teenager. This song was made for you. Wow, it's like you can see. Друзья, ну вот все в таком духе. Значит, то есть еще и вот этот ИИ-тренер вам не просто дает задание, но еще сразу же вам выдаются сами задания. Вот, рекомендованные. Потом, друзья, смотрите, есть какие задания. Вот, задания следующие. At first, вроде как, at first, I thought all Americans would be big and strong. She was afraid of dogs at first. Тут же. Now she loves them. И тут they didn't like cheese at first. Do you like studying English? At first I thought it was boring, but now I like it. At last, the sun came up over the horizon.
After many years of war, there was peace at last. Robinson Crusoe was home at last. Did you finish cleaning your room? Yes, after 2 hours of cleaning, I finished at last. Ну и теперь, смотрите, после того, как мы прослушали, можно еще раз прослушать, а можно говорить. Do you like studying English? Do you like studying English? Так. Did you finish cleaning your room? Нет, надо читать. О, тут правильно. Я неправильно. Hours. Давайте еще. Do you like studying English? Did you finish cleaning your room? Видите, вот что-то. Ну и все, теперь мы уже все правильно произнесли. Друзья, тут же вы видели перевод, то есть такого типа сразу же и текст, сразу же и перевод, и сразу же можно самому прочитать текст, то есть приложение определит, верно ли вы произносите слова. Что у нас есть дальше? Ну и все типа в этом же идиомы и расхожие фразы, это первое рекомендовано, потом идиома дня, потом быстрый английский с Люком, значит, 100 фраз за 100 дней. Вот это вообще очень интересно. Давайте попробуем 100 фраз за 100 дней. I'm freezing to death. I'm freezing to death. Look at this. I've got goosebumps all over. Видите, тут сразу же... It's getting pretty chilly in the morning. I'm freezing to death. You should bundle up when going out. Замерз до смерти. I had an accident dozing off behind the wheel. Oh no. Were you hurt? Fortunately, it was just a fender bender. When he sings, I get goosebumps all over. You're really that into his singing? I was bored to death during the lecture. He doesn't have consideration for students. It's pretty cold this morning. Bundle him up. Ладно, долго говорят, давайте. Look at this. I've got goosebumps all over. I'm freezing to death. You should bundle up when going out. Друзья, oh, no. Видите, were you... прочитал? Ну вот, можно и поставить, как видите, на паузу. И вот, друзья, вот, собственно, и все. Значит, те же самые, значит, упражнения с видео. Видите, то есть заходите и тут же... Человек говорит, тут же ниже перевод, тут же можно выключить субтитры, послушать, уменьшить скорость и, значит, понять, о чем человек говорит и так далее. И учиться, мне кажется, именно надо, значит, с, ну, когда вы слушаете живых людей, да, а не когда вы читаете книжки там или читаете текст, это, на мой взгляд. Также, друзья, проходите, здесь есть, видите, и вырезки из популярных передач, из популярных американских разных мультиков и так далее, тому подобное, из фильмов, вот, отрывки и так далее, тому подобное. Единственное, что я, видите, из «Друзей», видите, сериал «Друзья» есть, но единственное, что я не включаю сейчас, чтобы мне не предъявили авторские права, вот из фильмов есть. Так что, друзья, вот, собственно, и все. Проверяйте, смотрите, слушайте, учитесь, общайтесь. Надеюсь, вам видео было полезно. Ссылка будет в описании. Ну, а вам я говорю всего доброго. Всем пока, до свидания.